В Одессу доставили 15 раненых бойцов из зоны АТО. Пятеро из них в тяжелом состоянии. Самолет приземлился на школьном аэродроме. Сейчас все находятся в военном госпитале. Для лечения некоторых потребуется дорогостоящее хирургическое оборудование. В основном это миновзрывные, пулевые ранения. У ребят повреждены, ну, у каждого по-своему, там рука, нога, голова. Будет еще несколько консилиума врачей, будет определено, что есть в госпитале, что нужно от нас, от волонтеров.